Можно ли не платить за вывоз мусора, если уехал в отпуск? Примерно так звучит сегодня 2/3 всех вопросов, которые поступают на горячую линию оператора по обращению с ТКО. Итак, ответ – да, можно. Достаточно написать заявление на перерасчет и отнести его в ближайший офис оператора. Сделать это нужно за 30 дней до или после отдыха. Для подтверждения того, что абонент дома не находился, одного южного загара будет недостаточно. Приложить придется более веские доказательства. Это санаторно-курортные карты, это проездные билеты. Если это билеты электронные на самолет, то тогда мы прикладываем еще посадочный талон. Это может быть счет в гостинице, счет на оплату в гостинице. Это может быть, если дети уезжают в оздоровительные лагеря, то есть, соответственно, путевки, где указан период временного отсутствия.